эксцентриссимо. Больших денег, если с головой все нормально, не заработать. Именно этому учат нас биографии миллионеров всего мира. В Борисе Нуралиеве, одном из основателей компании 1С Бухгалтерии, нельзя заподозрить человека из мира больших денег. Хотя его состояние оценивается в 700 миллионов долларов. Нуралиев никогда не наденет галстук. Вместо костюма придет в джинсах и свитере. Или того хуже, в фирменной ярко-желтой толстовке или футболке. Говорят, даже на встречу с Путиным его не смогли заставить надеть галстук. Водителя нанять не хотел. Сам ездил за рулем своей «Волги» 94 года выпуска, пока его не заставили пересесть на корпоративную «Ауди». Такой же скромностью обладает разве что еще один богатый господин, основатель «Икея» Ингвар Камбрат. Заработав миллиарды долларов, он не расстается со старенькой «Вольво», которую дороже, чем за 1500 не продать. А вот другой любитель простой одежды, Стив Джобс, автомобили предпочитал новые и желательно Mercedes-Benz. Менял их каждые полгода, а компания Mercedes ему еще и приплачивала. После яблочного короля желающих купить БУ-машину было море. Эксцентриссимо.